Новым годом, с новым счастьем, с наступающим. У нас все выйдет, мы прорвемся, мы победим, Украина победит. И слава Украине! Нас однозначно будет миллион. Нас однозначно будет миллион. Я ж целый день, сегодня просто хожу по Киеву. Я наслаждаюсь этим видом не просто хождения, когда люди подходят и говорят, мы вас поддерживаем потому. Не просто там, давай снимем фотографию с каким-то памятником. Нет. Живой человек, который бегает по крышам, там, по этим, по подворотням, за ними бегает волк и заяц. Но при всем этом они говорят, мы вас поддерживаем, потому что наша борьба, это наша борьба. Они говорят, это наша борьба, мы прорвемся, да? Я говорю, правильно сказал, мы прорвемся. Не я, я никуда не могу прорваться. Мы прорвемся. Мы прорвемся. Мы обязательно всех поставим на свое место. Это потрясающе хорошее. И в будущем году мы должны встретить Новый год здесь просто из-за традиции. Когда мы уже будем победителями, когда Украина будет победителем, кто-то из теперешних будет проигравшим, но мы про них не будем вспоминать. Мы будем говорить, как мы победили. В этом году мы можем сказать, как мы начали бороться, как мы реально разбудили страну, как мы стали реально начали поднимать народ. Мы реально одна семья, тому що коли мене ви забирали з мінібуса СБУ, я реально я народився, тому ще раз заново народився я. И родился я заново, потому что это абсолютно новое качество для меня, для каждого из нас. Сегодня я смотрел Financial Times, одна из двух ведущих мировых газет, сказала, что видео, по которому меня забирают из минибуса, самое популярное видео года. Там и в мире. А хочу сказать, что центральная фигура этого видео, не я, а француз Сергей Фисенко. И Сергей Фисенко на это, во время этого всего мероприятия порвали куртку беркутовца. Я не
знаю, но можно поменять, наверное. Хочу сказать, что многим, когда напали на лагерь, есть люди, у которых выбили зубы, у которых были другие повреждения. Есть наш соратник, который еще находится на тюрьмах. Давайте потом мы просто из сцены опустимся, и там будем все встречать и Новый год. И я, это будет год нашей победы, запомните. Потому что, ну не может быть иначе. Когда-то Украина должна победить. И Украина может победить только с нами вместе. Только мы вместе. Только мы сможем поднять Украину. Я абсолютно в этом уверен. Сейчас мы все в опасности, потому что завезли только что 150 бутылок шампанского. Я не знаю, у нас было много испытаний за этот год. Это самое большое. Но холодную погоду... А еще возят, везут. И по конце может оказаться, нас много тут, но на каждого по 3 бутылки шампанского я не знаю как. Я надеюсь, адреса на всякий случай все оставим наших домов, чтобы нас можно было развозить. Так, так. Спасибо, что вы к нам приехали. Спасибо, что вы наш украинцы. Давайте, давайте. Миша, Николаевич. Да. Вообще Николаевичем Николаевич, я был максимум. Да. Николаевич. Николаевич, это мне Путин приклеил. Да, да. Серьезно? Да, да. Да. Вы знали, видите, где мы пошляли. Да. Выкидайтесь. С Новым уроком. С Новым уроком. Дай Бог здоровья. С Новым уроком. Спасибо.